Электромобили не только модно, экологично, но отныне и заметно. Сервисные центры МВД начали выдавать владельцам электромобилей так называемые зеленые номера. За неделю в Одессе таких уже выдали 16 штук. В центре говорят, что получить новые номера можно точно так же, как и обычные. Цена та же. А вот ощутить преимущества таких номерных знаков пока можно только в перспективе. Будет, как в Европе планируется, выделить парковки бесплатные будут. Выделяется для заправки электромобильного транспорта, электрических автомобилей будет привилегия, то есть обозначенные зоны для зарядки этого транспорта. Спрос на электромобили стабилен последние 3 года, а только в Одессе в 2018 году таких зарегистрировали 1150, в прошлом 1129, в этом пока 731 авто. Переход на электротягу водители объясняют экономией и просят полицию помочь им следовать всемирному экотренду. 3 месяца назад у меня еще был BMW X5. Но в какой-то момент времени я понял, что 90% времени я езжу за рулем сам, на работу и с работы. И что в 21 веке возить с собой 2 тонны металла – это небольшое кощунство уже. Первая привилегия, которую я бы хотел, чтобы наша патрульная полиция реагировала на случаи более оперативно, когда водители топливных автомобилей занимают места для зарядки. Теперь сервисным центрам предстоит горячая кампания не только по выдаче новых номеров для электромобилей, но и по замене старых. А значит, за этой услугой только в Одессе обратится примерно 30 тысяч владельцев авто на электрической тяге.